Ребятки, всем привет! Всем привет! Мы едем с Краснодара. Вот. Домой. Такая погода, вы знаете, солнышко так светило, а сейчас вот прям такая тяжелая, да, сегодня погода. Такое ощущение, что что-то будет или дождь пройдет. Вот, мы едем домой, сейчас хотим заехать еще в светофор. А в светофоре посмотреть яблоки и хочу свеклу. Винегрет! Сейчас сестренки позвонили Танечке, а она делает винегрет, ребятки. Хочется сделать шарлотку и винегрет. Ну, заедем, да, Сань? Давай. Сейчас сегодня по пути, сейчас заедем, ребятки. Мы уже в станице. Камера показывает, что так светло, но на самом деле, ребятки, намного темнее. Заедем. Светофор. Нам нужно здесь Дары Кубани. Самый классный магазин. Мы посмотрим здесь яблочки, свеклу. Пойдем. Свекла, ребятки, по 40. Ну, то, что осталось, больше нет. Еще пришел. Более-менее выберем. Хватит, да? Смотрите, морковка. Не знаю, почему капуста 60, лук 25. Картошка 48. Картошка хорошая, смотри. Классная картошка. Дайкон 45. Этот. Пекинка 40. Под 50 цветная капуста. Помидорки 170. Болгарские 150. Хурма, смотрите, хорошая какая. 90. Гранат 120. Вот еще какая хурма, Санька, 85. Мандарины 105. Тут 80. Лимончики по 65. 65. Этот, надо яблочки взять, смотри, по 60 какие яблочки. 60. И вот по 50 красные. Помидоры 60 рублей. 60 рублей помидоры. Так, ну давай, сейчас возьмем. Давай такие бежи пакеты, я буду выбирать Семеренко. Ничего страшного. Они на шарлотку будут вообще супер. Так, давай. Давай вот так, и возьмем еще такие. Вот эти вкусные. По 50. Давай такие возьмем. Держи. Они, видишь, не крупные, но хорошие. Мята. Нет, не нужен. Нет. Да, бери, бери. Нет, вот этот ураган. Нет, не наша. Хлеб шикарный, да? Угу. Ребятки, мы пришли в светофор. Он здесь рядом, смотрите, что. Антиноксидан. Вот это мыло.
зашли сюда, здесь так холодно, здесь видно, видите, да, рефрижератор. Смотрите, ребятки, а что это такое? Десерт творожный княжеский. Вишенка, сыр. Сыр 167 рублей. А, вон он какой. Сыр. С ветчиной, с грибами сливочными. Виола 145. Такой. А, это продукт, это не сыр. Продукт. Селедка. 150 рублей, кило 400. Сельдь. Атлантическая. Форель 168, 150 грамм. Мидии. Кальмары. Сельдь филе в масле. 235. О, вау. Морковь покори. Ой, морковь. Я еще ее не взяла, смотри, она уже открылась. Сань. Ой. Сколько она стоит? 38 рублей 40 копеек. О, это что такое, Сань? Смотри, какая краска, да? Цвет прям вообще. Что это? Играла совсем хрень. 34,80. Сметана. Пятигорская. Здесь что? Филе грудки индейки. 337. Здесь что? Голени индейки. 158. А филешка вот. Рыба. Ну это что? Треска. 263. Да. В светофоре мы ничего не взяли. Просто пробежались, посмотрели. Вот. Хотели взять зубную пасту, но возьмем зубную пасту в этом фикс-прайсе. Нам наша подписчица, наша любимая Галина подсказала, ой, а что свет такой какой-то? Подсказала, что вот в фикс прайсе есть очень классная зубная паста. Там еще классная есть, ребятки, вот завтра, да, наверное, заедем в этот фикс прайс и возьмем, покажем. То, что она сказала, мы ей верим, что вот такая суперская зубная паста. Все, мы домой. Заехали в караван, ребятки, взяли нашу любимую домашнюю вот такую колбаску. Она очень вкусная. Все, теперь точно едем домой. Мама жарит блинчики. Мам, всем привет. Привет, привет. Мама делает блинчики. А дети что, уроки делают? Да, только покушали. Ага. Рома уроки делает. Ром, привет. Всем привет. Всем привет. А Вера? Мама. Давай, дочь, уроки тоже. Я давай, иди, садись. Да, смотри, домашнее задание и уроки. И вот кто нас... встречает. Трясогусочка нас встречает, маленькая. Мальчик нас встречает. Мальчик нас встречает. Ребятки, есть хотим? Колбаса суперская, домашняя. У нас щи. Мама еле, ела, еле. Дети ели. Все дома сытые. Обалденная колбаска вкусная. И недорогая. Наташка. Вот такие горяченькие щи. Чимчи. Колбаска, хлебушек. Приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Мусенька! Муся! Ребятки, это уже следующий день. Смотрите, вот у нас многие спрашивали в комментариях. Покажите ваших черепашек. Что с ними? Вот, ребятки. Мы этим черепашкам уже 2 года. Вот. Вот это мальчик. Видите, какой он шустрый? Ой, у нас здесь, ребятки, целый зоопарк. Еще этот Арчи пришел, Мусенька.
Вот, смотрите, какие они, видите, вот. Мальчик шустрый, мы покупали их, знаете, они, наверное, вот такие были. Маленькие, день станицы. И вот смотрите, как девочка выросла, и мальчик какой, видите? Как и у нас, да, ребятки? Как и у многих, наверное. Вот, вот эта девочка. Это красноухие черепашки. Они водяные. Вот. Сейчас мы помоем аквариум. Покормим. Видите, какие? Вот. Вот такие вот, видите, вот. Такой панцирь. И видите, у них на щечках, сейчас, такие вот красные, видите? Красный рисунок. Это вот краснощекие, наверное, они как правильно называются. Хвостик у них. Лапки, смотрите. Вот. Такие черепашки. Как змея. Голова большая, шея длинная. Знаете, какая шея длинная? Сейчас. Его в аквариум брошу, говорю, поставлю. Бегу, знаете, как быстро? Сейчас я корм достану, ребятки. Вот у нас вот такой корм. Это печень. Сейчас, ребятки, сейчас. Помните, мы показывали, мы покупаем Майкопе. Ну, я боюсь, потому что у нее шея, знаете, какая, как откусит по самой гланды. Ну, мы вот так. Мы знаете, что делаем? Мы берем черепашек, берем чашку, набираем туда воду и высыпаем корм. Потому что если в аквариум кидать, аквариум сразу будет грязный. Вон. Сейчас вот так попробуем сделать. Она навряд ли так будет есть. У нее носопырка, смотрите, какая. Видите нос? О, всем привет, ребятки. Видите, что делает? Шея длинная, как у жирафа. Видите, какая шея? Не будет есть. Сытая. Она сытая, ребятки. И вот такой еще корм. Сейчас достану. А это как правильно называется? Сейчас. Сейчас, ребятки, кстати. Ой, сейчас убежит. А это вот спирулина или что это? Водоросли вот эти вот. Они тоненькие. Видите, вот. Такие вот. Она не будет так, если мы в воду кидаем корм. Вот он сверху летает. О, видите, какая голова. Сверху плавает. Вот они едят вот так. Вот такие у нас черепашки. Сейчас мы их искупаем. Искупаем. Нужно панцирь промыть сверху. Снизу. Ой, а кто там? Кто там пришел? Это кто? Басенька? Басенька. Мусенька, видите, вон кушает, а на улице Басенька. Вот так вот, ребятки. Сейчас я это все накрою. Искупаем. И уберем их обратно в чистый аквариум и покажем вам. Вот такие черепашки. Сказали, что расти не будут. Ну, вот была вот такая, смотрите, теперь какая большая. Но они растут, растут, сильно растут. Переложила я их вот сюда в чашку. Здесь чистая тепленькая водичка. Я их помою. Видите, вот так вот. Ну, неудобно, а я сейчас камеру выключу и нормально их помою. Чтоб не было никакой вот этой вот... Что там не слизь, чтоб он не был таким вот там гладким или каким-то слизким. Но он, в принципе-то, у нас не слизкий. Панцирь. Я имею в виду панцирь. Видите? Говорят, сказали, что если как определить мальчика или девочку. У мальчика внутренний вот этот нижний панцирь, он, видите, вот он такой изогнутый. Это мальчик. И видите, он не такой большой, не такая большая черепашка. Он, ну, медленно развивается. Или так это должно быть, ребятки, я не знаю. Я их промыла, черепаша, хорошо воды добавила. И вот так вот добавляю вот сюда корм. Сейчас они будут его есть. Добавляю вот такой корм. И сейчас они будут хорошо все это кушать. А потом чистый аквариум. Басика надо позвать. Басик! Вот он. Вон он забежал. Вон он забежал домой. Кушать хочет. Ой.
Ребятки, а мы сейчас будем в следующей серии будем наряжать елочку. Видите, на прямом эфире достали коробку. Мишенька! Миша, водка! Эти! Басик! Голодный. Нагулялся. Кушай. Спрашивает, почему кошек кормите на подоконнике? А раньше кошки-то на полу ели. А Арчи просто этот корм весь съест. Из-за этого у них место теперь здесь на подоконнике. Промыли аквариум. Надо аквариум уже поменять, наверное, да? Он маленький такой. Да, Сань? Да, уже маленький аквариум, увидите, здесь уже вот он весь такой от воды. Моем и палочками, и всеми. Ну ладно. Но нам сказали, аквариум нужно маленький, потому что если большой аквариум брать, то ну вот сказали маленький. Вот так вот камушки у нас. Как им? Островок. Мы, в принципе, все вот так вот сюда делаем камушки. Тогда им легче сюда ползти. И они ползут вот на сушу. Ну, вот так вот как-то. Вот. И уже чистеньких черепашек. Чистый аквариум. Они сытые. Вот так вот, ребятки. Вот они. Вот. Вот наши черепашки. Так, видите, голова у них наверху. Сейчас, ребятки, обзор, ребятки. Видите, уходят от камеры. Вот так головку они поднимают наверх и дышат. Вот. И плавают. Так что вот, ребятки. А то спрашивали, что там с черепашками? Расскажите про ваших черепашек. Где они? Что-то вы давно не показывали. Не знаю. Как-то вот так вот живут. И вот так вот они дышат. Но это водяные, да? Водяные черепашки. Краснощеки или кто там они? Красноуши. Уши или щеки. Ну, в принципе, у них-то ушей, наверное, нет. Не знаю, но там дырки... Ушные, нет? Сейчас, ребятки, найду. Вот. Вот так вот они плавают. Вот так вот. Тепло тут на подоконнике. Синяя батарея. И вот им уже 2 года, да, Сянь? Да, 2 года. Как они вырастут, какими они будут, я не знаю. Но мы смотрели, да, там в Краснодаре, где там в зоопарке. Они вырастают до огромного такого размера. Ну, пока вот такие, ребятки. Что-то у нас. Саня моет яблоки. Промывает. Сейчас сделаем шарлотку, да? А красные просто поесть. Вчера дети ели яблоки. Вкусные, говорят. Да, вот эти красные вообще... Ну, красные, а вот эти, а мне нравится. У нас Рома больше любит вот эту семеренку. Мне тоже она вот нравится. Ну, они все вкусные. Вот эти. А, они все по эти по 50 рублей, семеренка по 60 рублей. Ну, шарлотку в семеренке, да, делаем, Саня? Она ароматная, душистая. Ребятки, все, мы уже будем закругляться. Сейчас я пойду делать шарлотку. Уже многие знают, как ее делать на кулинарном канале. Есть рецепт пирог с яблоками. Вот, ребятки, я бегаю. Наш конь вон он стоит. Я бегаю, процесс идет. Вот, правда, не всегда получается там вечером, хотя сказали, лучше всего бегать утром. И еще мне сказали, что лучше, когда бегаешь, вот Танечка, сестренка, мне сказала, что нужно просто смачивать, да, вот рот, попила чуть-чуть и все. А то я бегу-бегу, и получается, что я вот эту, сколько там, 700 миллилитров бутылку за раз выпиваю, потому что пить хочется. Так нельзя. Вот, бегаю, ребятки, я в процессе. Значит, мы, детки у нас... Рома у нас в художественной школе на лепке. У него сегодня глина, да? У Ромы. Сань, глина у Ромы, да? На сахарном он сегодня. Лепка у него, глина, ребятки. Глина не такая, которая во дворе глина, а специально какая-то там шиндер-мындер глина. Вот, Вера у нас в школе. А мы сейчас с Саней будем заниматься делами по дому. Вот, а в следующем ролике с вами встретимся, ребятки. Все, ребятки, всем спасибо. Все у нас хорошо. Многие спрашивают, где вы, чего вы, куда вы. Все у нас отлично, ребятки. Все супер-пупок, как всегда. Вот. Начинаем готовиться к Новому году. Осталось тут вообще, тут сколько там? 2 недели, наверное, да, осталось? Да? И все. И скоро Новый год, ребятки. Так что на Новый год обязательно мы выйдем в прямой эфир. Еще до Нового года мы выйдем. Так что, ребятки, готовимся. Скоро Новый год. 2022 год. Все, ребятки, будем закругляться. Всем здоровья. Всем всех благ.
Всего самого хорошего. Все, ребятки, всем пока-пока. Тут у меня стоят дети мои, смотрите. Вот. Им надо погулять, ребятки. Видите, Басик стоит. Погулять. Саня, что там? Арчушенька наш, видите, трясогусочка наш. Все, ребятки, все, спасибо. А, еще сейчас забыл бы голову украсть. Там голова кирдык-пердык, ребятки. Все, ребятки, Саня! Ребятки, всем пока-пока!